Кенишемец Сергей Мудров на универсиаде в Казани завоевал золото в прыжках в высоту. Спортсмен покорил планку на отметке 2 метра 31 сантиметр. Серебро досталось украинцу Андрею Проценко. Бронзовую медаль заслуженно получил китайский легкоатлет Ван Ю. Олимпийский чемпион Лондона Иван Ухов с результатом 2,28 метра стал пятым. Осенью этого года Сергей Мудров примет участие в эстафете Олимпийского огня. Он удостоен чести быть одним из 20 факелоносцев, которые принесут огонь по территории региона.